Самое доброе утро, друзья. Оль, как ты думаешь, что самое главное для человека зимой? Ну, мне кажется, достаточно посмотреть на градусник, и ты поймешь, что самое главное – это чтобы было тепло и теплая зимняя одежда. Эх ты, главное – это впечатление. Ну, в какое еще время года можно по полной программе насладиться русским экстримом? В таком случае слово нашему эксперту по экстриму Диляре Байбиковой. Накануне она снова что-то испытала на свою голову и готова с нами этим поделиться. Доброе утро! Друзья, зима – это не время сидеть дома, это время активного отдыха. Даже можно вспомнить детство и поиграть в войнушку, но только уже современными технологиями. Банзай! Лазертаг или лазерный бой – высокотехнологичная игра, происходящая в реальном времени и пространстве. Суть в поражении противников безопасными выстрелами из лазера-автомата. Идея принадлежит американцу Джорджу Картеру III, который после просмотра «Звездных войн» придумал игру «Фотон». Она и легла в основу лазертагов. Эта игра так популярна, что даже на Олимпиаде 2012 года в Пятиборье вместо пулевой стрельбы использовалось лазертаг-оборудование. Итак, это Никита, и он будет обучать меня искусству лазертага. Вот это, я понимаю, уже мое ружье, да? Да, это наше ружье. Вот оно стреляет нажатием на курок, стреляет отсюда инфракрасными импульсами, как, в общем, настоящее, только понарошку. Держите ружье, Yes. Я вас одену повязочку. Объясни вообще, что такое лазертаг, как играть в эту игру. Ну, лазертаг – это, грубо говоря, имитация боевых действий, но с использованием современной электроники и вот таких технологий. Ружье стреляет специальным сигналом, который принимает, соответственно, повязку противника. Так. И можно настраивать разные сценарии, то есть компьютерная игра, только вживую. Игровых сценариев в лазертаге множество. Мы выбрали самый динамичный. Посреди полигона стоит тубус, это контрольная точка. Смысл игры – захватить эту самую точку, выстрелив в нее. После выстрела контрольная точка зажигается цветом твоей команды. А сейчас самое сложное – удержать захваченный тубус суммарно в течение 8 минут, всячески его защищая. Побегала на славу, постреляла, захватила контрольный пункт. Лазертаг – это, конечно, здорово. Война в игре может быть тоже, но мир все-таки как-то лучше. Давайте жить дружно. Самым добрым утром.